Приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, и мы сегодня будем продолжать играть в хоррор под названием Вик. Ну что, два уровня мы уже продержались. Давайте посмотрим, получится ли у нас продержаться, друзья, сейчас. Погнали! Жмем кнопочку «Продолжить» и смотрим, что у нас тут будет, что нас ожидает сегодня. Испугаемся ли мы или нет. У меня сейчас час ночи. Сижу один, играю в Вик. Так, местные туристы We were on our way back home, and we totally heard someone. Totally! Like somebody sleeping. Snoring like a mother trucker. Ну давай. Ну давай, готовы? Так, что у нас тут? Свечка есть. Хорошо. Я опять взял спичку, просто так нахрен потратил. Бесит, бесит, бесит меня. Так, что у нас тут за картинка? Давай ее возьмем. Не разбуди его. Кого же я могу разбудить? А хрен его знает. Так, все как обычно. Ну ладно, погнали. Будем стараться кого-то не разбудить. Кстати говоря, там у нас вторая записочка. Давайте посмотрим, что у нас там. Так, look away. Давай, берем, берем. Все в коллекцию. Окей, отвернись. Отвернись. Так, отвернись, говорят мне. Отвернись, говорят. Ну, отвернулся, ничего не происходит. Так, гуляем по горкам. А мне тут, кстати говоря, рассказывали, что девочка появляется именно тогда, когда ты стоишь на месте. Вот, и если подойти к камину, то, ну, вплотную подойти со свечкой. Твою, блядь! Сука! Короче, извиняюсь, я не испугался. Если подойти к камину сплошную, ну, то есть конкретно так подойти к камину, то можно увидеть воспоминания, которые, в принципе, нам в будущем помогут. Вот единственное, что я сейчас не помню, где вообще находится камин. Сейчас я вижу автобус какой-то, если я не ошибаюсь, да? Помните тот автобус? Так, что-то какой-то шепот, это все пугает, ребята, реально. Это все пугает, господа. Но в автобусе должна быть свечка, которую мы сейчас возьмем. А, прикиньте, свечки нету. Так, ладно, спичку зажгем. Сейчас кто-то... Кто это, блядь? Сука, палас там. Все, вроде успокоилось. Уж твою дивизию, я такого еще не видел. Что, он еще там? Что, какой-то силуэт? Фу ты нахрен, блин. Так, свечку дайте мне. У меня спичек ни хрена-то не осталось. Ой, ой, лютики, цветочки. Что у нас тут? Дом какой-то. Что это, блин? Так, бери. Все, поджигай быстрее. Все нормально. Так, у нас здесь забор. Никто там за нами не гонится. Слушай, сейчас я что-то... Я думал, что эта игра меня уже больше не испугает, но... Блядь, что-то она меня продолжает пугать. Я думал, что, знаете, ну, 6 раз продержаться в лесу одно и то же. Вот, ничего не меняется. Твой свет разбудит его. Кого нахрен разбудит? Че меня опять телепортнули? Никого-то нельзя будить. О! Пацан. Твою, блядь! Что это за говно? Блядь. Пиздец. Кто тут нахрен спит? А как тушить? Это... Так, подожди. Мы можем туда вернуться, елки-палки? Я хочу к камину подойти со свечкой, посмотреть воспоминания. Там другая свечка. О, спички, пацаны. А, нет, это книжка. О, воспоминания какие-то. Да, иди ты в жопу отсюда.
Подожги. А, все, убежали. Ух ты, блин. Ладно, мы, короче, идем до последнего. Кто это сдувает? Идем. Слушайте, у меня реально, у меня мурашки, короче. У меня мурашки, блин. А, ладно, идем до последнего. Я хочу посмотреть воспоминания. Появится он здесь у камина или нет? Слушай, ну это стрёмно, короче. Не знаю, как вам, вам-то пофиг, вы там сидите, ржете надо мной, над дебилом, но это стремновато. Кто-то где-то спит, я слышу. Короче, блять, сука. Кто-то где-то спит, я слышу этот храп непонятный, короче. Раньше такого не было, и какие-то чмошники появляются. Вот, идем к мосту, идем. Короче, к камину уже, походу, мы не придем, да? Вот, хотелось воспоминания посмотреть. Что это, блин? Что это? За звук? Что? Что? А, твою, что это? Кто это? Что это нахрен бежит? Иди в жопу. Блин, он не продолжает, походу, идти. Какой-то здоровый такой, короче, страшный какой-то. А-а-а. Не плачь, девочка. Что, он бежит за мной или что? Я не понимаю, почему звук не уходит? Так. Все, у меня как свет погас, короче. Все нормально стало. Ну давайте, не знаю, без света гулять. Твою мать, блядь, сука, пиздец. Что это за хуйня? Твою дивизию. У меня нету спичек, блядь, я даже не смогу свечку зажечь. Ой, ты, блядь, иди в жопу, блядь. Ну я тоже, блин, такое надо. Не, ну конечно, когда ты так очкуешь, ты получаешь удовольствие, потому надо выкручивать наушники на максимум. Но я, пацаны, честно вам скажу, я вспотел. Да! Я прошел, у меня уже закончились, короче, все спички. Sure, I know. So what? We haven't hung out since junior high when he joined some website. Я даже, ну, если бы я взял, нашел какую-то свечку. То если бы я нашел какую-то свечку, я даже ее не смог бы зажечь. Вот, но тут, короче, вроде нормально все обошлось. Я дожил. Я не знаю, ребят, ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Но мне самому лично понравилось. Вот сейчас как-то было не скучно играть. Какие-то непонятные чмошники начали появляться. Один из земли. Ты какой-то здоровый такой, короче, мужик. Начал за мной бежать. И там, короче, походу, кому-то нельзя светить. Нельзя свет давать, короче. Пипец, кого-то будить нельзя. Короче, жестко, 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 блин, ребята. В следующий раз будем снова прорываться к камину, смотреть на воспоминания, которые должны мне помочь, потому что там многие подписчики мне написали, что иди у камина посмотри воспоминалочки. Вот, а на этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи, ребят. Смотреть эту тему нужно в наушниках. Всем пока.